Добрый день, друзья! Это Владимир, и вы смотрите канал Balearski.ru. На Майорке более 200 пляжей, и все они по-своему красивые. В этом видео я хочу рассказать вам о 6 пляжах, которые, по моему мнению, являются самыми красивыми на острове. Итак, поехали! Пляж Калаагула. Этот пляж находится в 80 километрах от столицы острова Пальма-де-Майорка. Бухта, где находится пляж, является природным заповедником. Благодаря этому бухта хорошо сохранилась и избежала застройки домами. Рядом с пляжем имеются бесплатные парковки, рестораны и бары. Пляж Кала-Мандрагон находится в южной части острова, в 55 километрах от Пальмы. Переезд на машине займет чуть меньше часа. Машину можно припарковать бесплатно в окрестностях пляжа. На пляже имеется ресторан. Стоит отметить, что рядом находятся еще два пляжа Эс Амарадор и Кале-де-Бурхит, до которых можно дойти пешком. Рядом также находятся населенные пункты Сантани и Каладор со всей инфраструктурой. Пляж Эстранг – это знаменитейший пляж Майорки, который растянулся более чем на 5 километров. Пляж находится между городами Колония Сан-Джорди и Сарапета. Этот действенный прибрежный уголок является наиболее посещаемым на острове. Пляж характеризуется чистой и прозрачной водой, склоном из мелкого белого песка, пологим уклоном в море, песчаным дном с водорослями и небольшими каменистыми зонами. Внимание! На пляже практикуется нудизм. Парковка для машин здесь платная, есть прибрежные бары. Пляж Плея-де-Муро находится на севере острова в 3 километрах от центра города Порт-де-Алькудия и в 15 километрах от города Муро. Длина пляжа более 5 километров. Пляж с тонким ковром мелкого песка, небольшой глубиной и кристально чистой водой, поэтому он идеален для семейного отдыха с маленькими детьми. Рядом с пляжем имеется множество отелей, баров и ресторанов. Есть аренда зонтиков и лежаков. Машину можно припарковать бесплатно в окрестностях пляжа. Пляж Кала-Форментор, где любил отдыхать в свое время премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Пляж находится в часе езды на машине от Пальмы. На пляже находится отель Форментор, имеющий мировую известность, так как в нем останавливались известные политики и артисты. Напротив берегов пляжа располагается остров Илья-де-Форментор. Склон пляжа из мелкого белого песка. Густой сосновый лес и кустарник окутывают этот пляж. Ветки деревьев почти касаются кристально чистой воды Средиземного моря, которая омывает этот райский уголок. На пляже можно арендовать зонтики и лежаки. Рядом с пляжем есть платные парковки. Пляж Кале-де-Смору находится рядом с городом Сантани. Этот девственный песчаный пляж расположен между высокими скалистыми стенами, на которых растут сосны и различные кустарники. На песчаном дне имеются большие камни. Внешний вид пляжа меняется в зависимости от времени года. Недалеко от пляжа есть бесплатная парковка для машин. Лучший способ добраться до этих пляжей – взять машину на прокат или заказать у нас трансфер-экскурсию, включающую посещение этих пляжей. Ссылки я оставил в описании под видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго и до новых встреч!